повод. Бизнес, я задача разработать механику игры, прописать уровни, отрисовать персонажей, локации и оружие, а также разработать с фирменный знак и упаковку. Так как за основу сюжета нельзя романовых, действия которого происходят в Италии, то игровая карта это реально карта Италии с городами, которые участвуют в сюжете игры. Джемма и Мартини – главный союзник опыта. Нейтральные персонажи, которые действуют по сюжету игры, то есть, можете сказать, беженец. Артур Бёртон, который – это молодой опыт, то есть он участвует в первой истории игры. Ренси Монтанелли – персонаж, который в общем, помогает опыту, по сюжету. Так что карты ускорения появляются между миссиями. Они исполнены в оранжевом галерее цветах. И три главных отрицательных персонажа контрабандист Ричи, полковник Феррари и отец Карды. То есть они участвуют в трех разных миссиях, и главного персонажа происходит сражение с конкретными персонажами. Разработка локации. Это первая локация под Неаполь, откуда начинается игра, откуда начинает игрок начинает выполнять миссии. Придется на свет быстро, поэтому собрана она, чтобы легче было проникнуть, пройти через стражу, через работников города, через полицию, так как опыт никак туда не играет. Далее опыт сферы Грим, где должен быть договор с контрабандистами. Вот так как это подземелье, поэтому здесь темные, используют темные цвета. Вот. И свет заставляет свечи, которые придают такую таинственную атмосферу, и сжатые выходки персонажа означают негативное отношение,
негатив по отношению к главному герою. А концепт-арт в городе Ливорно – это дом Овода. Вот, это концепт внутри, который, можно сказать, ничего не возвращает в игры, но выполнено все в всех сторонах, какой-то фантастический. Далее встреча с Кинтропатийской Бичи в Венеции. Вот. Ну, Венеция в городе романтики, поэтому все так, такие нежные цвета. Ну, несмотря на это, здесь миссия контраста. Опыт здесь должен именно в этой локации, он должен сразиться с Венецией сейчас. После некоторых сюжетных событий Овод попадает в тюрьму. То есть это предпоследняя миссия. Здесь миссия может разваливаться, то есть либо Овод выбирается из тюрьмы, и следующая миссия, либо он выбирается, и тогда конец игры, и после сюжетных книг Овода могут себе. Если все-таки игрок выбирается из тюрьмы, то следующая миссия, последняя миссия, это сражение с главным соперником, это Паку Херай. Здесь не происходит в лагере сирийской армии, против которой были борются молодая Италия, союз Геобода. Но Овод проникает туда один, сражается поджог, и сражается это все тем, что помимо главного соперника, на него нападает австрийский солдат. Здесь представлены скетчи. Первый скетч — это скетч церкви, где происходит сражение с концом карты, это третий способ. И второй скетч — это скетч архитектуры дома Джембе, или штаб-квартиры в Италии. Предметы, вот, в общем, такой перевозной чемоданчик доктора с лекарствами, отравленный вино, с помощью которого можно было убить вещи, и какие-то ивановские карты. Украшения. Хочу обратить внимание на ромбовидные изумруды. То есть ромб сам по себе символ означает победу. Изумруд зеленый цвет, просто он приятный, и это как бы зеленый изумруд ромбовидной формы, это как символ Золотой Дали, и там особо по-любому не присутствует в отношении к положительным делам. Концептата уже карманные ножи, клинок, кинжал, чехол. Оружие туринская шпага и показ оружия Овода, трост с раскрытым клинком и ниже туринский штык. Оружие тоже пистолет. Первый вариант — это нож со складным, то есть не пистолет, а складным ножом. И второй — это основной нож, то есть с небольшим пистолетом и с числом. Вот, а это концентрат капсулы пистолета, это основное оружие персонажа. Также рукопорт в огне. Меню состоит из 5 плашек, и активно плашка загорается зеленым с небольшим освещением. А на фоне всегда находится кадр с комиссии, которая в данный момент проходит. Интерфейс. Обычный режим или режим скрытой игры, стелс-экшен, отсутствует показатель уровня тревоги. Это первая сверху плашка. Зеленую
персонажка, там присутствует текст и напоминает игроку, который нужна цель. Проверь карта, игровая карта, которая присутствует достаточно. Вот, и режим сражения с двумя панелями, вертикально погружен, либо зеленым показывается уровень жизни игрока, а красный показывается уровень жизни соперника. И так далее. Логотип. На основу логотипа я взяла самое насекомое овод. Надпись Godfly, которая переводится на овод. Почему Godfly, почему на английском? Потому что роман сам писался на оригинальном, то есть на английском языке, поэтому я желаю написать оригинал, написала Godfly. То, что заявлено на знаке, то, что заявлено на обложке,
появляется в материале уже внутри игры. Или вот та растровая, условно говоря, содержательность, да, графическая, а здесь она, ну, по сути дела, локальная версия, да, там, ну, совсем другой тип изображения. Как это связано, как это соединено в общий материал? Потому что в каких-то иллюстрациях у вас были включения вот этого типа изображений. Но они проявляются как-то очень непосредственно. Вы имеете в виду стиль? Да, стилистическая вот эта связка. Просто вы наверняка какую-то имеете версию, просто вы хотели бы ее услышать, почему так. Изначально просто я начинала рисовать весь концепт вручную, да, и здесь я единственный просто минимум сделала, самый минимум доработки компьютера. И решила просто остановиться на том, что предмет, который здесь присутствует, он присутствует на концептах. Вот этот крест, с ножом нарисован. Узнается эти слова. Да, ну просто да, ну мне так понравилось, я не хотела, даже я не старалась сделать похожим на свой концепт. То есть вы решили, что внешнее оформление, оно будет своего рода неким первичным заявлением, а потом вы разобьете как-то более сложно, да, более изобразительно наполнено. Да. Ну, конечно, у вас очень большая графическая составляющая, но несколько жалко, что эта, которая заявлена в знаке, она, в общем-то, не беднее, отнюдь не беднее. И если бы вы могли бы как-то соединять более интересный комплект, то, конечно, изобразительная сила вашего проекта, она была бы более богатой, но, безусловно, работа очень емкая на изображение, очень емкая, это то есть очень большая доля такого именно изобразительного труда, что, конечно, необходимо, конечно, подчеркнуть, что это очень серьезное вложение графическое. Спасибо. Ну, у меня вопрос в упаковке. Тут большая коробка и в ней диск. Он там какой-то конструкция лежит, что-то еще в этой большой коробке. Упаковка вот эта самая, а та, которая похожа на фонтана, это именно диск. То есть это фотографный диск. На входе толщины? Нет, ну нет, подождите, у вас в масштабе коробка это и... Это коробка, ну как бы концепт. Это та же самая коробка, просто в фас, нет? Нет, нет, я говорю о диске. Вот внизу у вас лежит диск. Он правильно как бы помещается внутрь вот этой коробки. Да. Что-то еще, кроме диска в коробке, есть? Только постер. Второй вопрос. Когда коробка эта стоит на прилавке, человек ее берет, и что это? Как он узнает? Логотип. А откуда он знает, что означает этот логотип? Он же собирается купить эту игру? Еще есть оборот коробки, да, который, конечно же, должен быть включен. То есть, ну, трехмерные предметы, да, трехмерно, да. Я просто хотела за счет именно графики своей показать. Ну, у вас как бы принцип, а вообще, да, это концепт, но все-таки как бы это. Вот, и то же самое, у вас тут какой-то плакатик, да? То же самое, да? Нет, мелко хоть написать, да? Что это игра, потому что пока вот ну, непонятно. Толщина штриха, да, вот она буковка F, ей симметричная, да, толщина основного штриха и буквы D, да, вот они разные, поэтому D, она вываливается из общей немножко входящей, она легче, чем остальные буквы. Вот, немножечко просто выровнять, вот, покорпить еще немножечко, да, ну, это как пожелание. Да, сердце, да. Ну что, прикрепляйтесь.
информация о самом происхождении концепта арта и развитии профессии концепта художника. В итоге проделана хорошая работа по поиску информации, сбору материалов. Графическая часть выполнена на отличном уровне, видна заинтересованность дипломницы в собственной работе. Работа заслуживает высокой оценки, а дипломница – квалификация графического дизайнера. Молодец, она, конечно, проделала так, титанический такой труд создать так, и отрисовать достаточно большое количество изображений и связать это в единую концепцию. Это достаточно сложное занятие. Вот, и Настя, конечно, проявила здесь такую вот самоотверженность даже в сложных ситуациях. Она, скажем так, Ее не покидало так, чувство того, что все-таки она должна это довести до конца, хотя были моменты такие сложные, когда вроде бы казалось, что все рушится, да, но она находила в себе силы, и это давало такой толчок и импульс для всей команды. Вот. На мой взгляд, очень хорошая графика, такая сложная, многослойная, то есть начало такое вот векторное, даже не векторное, а штыковое, такая ручная графика, переходящая так, уже в какую-то вот такую тоновую и цветовую доработку, и переходящая плавно так, уже в компьютерное, так, такое, в компьютерное решение уже с точки зрения дальнейшего развития. Вот. И мне кажется, это очень у нас хорошо получилось. Также хотел сказать, что, безусловно, целью и задачей вот, проекта Насти было создание именно концепции игры. Вот, и поэтому в данном случае на всех ее этапах и стадиях были решения, открытия, приоткрытия этих визуальных ходов для дальнейшего, скажем так, их компьютерного уже программирования. Поэтому, на мой взгляд, все, что здесь есть, как бы, начиная вот с самой визуализации, вот этих иллюстраций, логотипа и даже той же упаковки, это, так сказать, воспринимается и должно восприниматься на уровне именно концепта. Да? Потому что все это, так сказать, основа для дальнейшей проработки и развития, так сказать, этой игры уже с точки зрения как продукта, как товара. Поэтому, на мой взгляд, Настя показала свои творческие, технические знания, показала свой характер, определенный свой персонализм. Вот, на мой взгляд, получилась хорошая, объемная, интересная работа, которая не оставляет, так, равнодушным. Поздравляю.